Це дійсно в нас за ексклюзив. Дуже за ексклюзив. Город дуже маленький. Ком горло подошло, жалко мам. З великою повагою до твого, до батька. Прізвище моє і отчество я навіть планую дати другому. Тоже своє. Різні емоційні стани. Yeah. Ти не переносиш це в дім? Коронавірус, розійдісь і зійді. І всі думали, що ви одружитесь. Газон я ще не косила, але це було б цікаво. Вона говорить, що кожна посмішка людини робить наше життя краще. Саме тому, як би не було, вона завжди усміхнена, харизматична і яскрава. Сьогодні в «Зексклюзиві», як завжди, ексклюзивний гість. Акторка, співачка, прима Кіровоградського академічного драматичного українського театру імені Кропивницького Олеся Бушмакіна. Вітаю тебе! Привіт, Валенька. Спасибо за такі приємні слова. Давай одразу на ти, тому що я завжди запитую, щоб було комфортно гостю. По-перше, я тебе вітаю. Я бачу, що скоро буде поповнення. Це дійсно в нас за ексклюзив. Дуже за ексклюзив, так. Ми вийдемо в світ десь в початку августа. Поговоримо обов'язково ще про це. Якщо ввести Олеся Бушмакіна в пошук Google, одразу видасть дуже багато твого репертуару, музичного саме. Є такою, да. Так. Коли ти почала співати? Ну, якщо ввести іменно в Google, там зараз видають пісні із кінофільмів. Так. Якщо от так уточнити. Да, ця робота почалась з Максом Величко, Олександром Котовим і Володимиром Кріпаком. Їм треба було петь песни для кинофильмов. То есть они специально писались для фильмов, и кто-то должен был их исполнить. Вот. Вышли на меня, так как у нас Кировоград очень город, Кропивницкий, город очень маленький. Вот. И вот так вот началась моя карьера в фильмах. Мне подобается, Леся, уже город очень маленький. Город маленький. Ну, как можем, так и сидим. Ну, я маю на увазі, коли взагалі ти почала співати, з чого це виникло? Чому? Мамочка говорит, что я петь начала раньше, чем разговаривать. Вот. С детства я мечтала стать певицей. Я обожала песню «А я сяду в кабриолет». Я ее пела везде, на всех праздниках. Ну, пела я «Я сяду в кардебалет». Наверное, что, в принципе, и вышло тоже. Вот. И как-то так потихонечку работала над собой. Честно говоря, ни черта у меня не получалось. Я толком начала петь, смогла, когда мне стукнуло лет 15-16. До этого в меня никто не верил. Некоторые говорили, что у меня... Ну, что с нее уже взять? Вот если вот она раньше к нам пришла. А так у нее ни слуха, ни голоса, кстати. Почему-то мне даже в школе по музыке у меня стоит 4 за вокал. Ну, тобто ти взагалі не думала, що будеш там відомою співачкою, так, акторкою? Мені в дитинстві дуже цього хотілося. Ну, як будь-якій дитині, дівчинці. Так. Да. Ну, тут тільки благодаря моїй мамі, то, що вона вірила в мене, вона не опускала руки, говорила: «Дочечка, повірю, у тебе все вийде». Ну, і упорство і труд – все перетрут. В принципі, так і вийшло. Ці сльози над магнітофоном, як я ридала, у мене не вийшло. Ну, все-таки. Ти навчалась в нашому педагогічному? Так. Да. Університеті. Але ти родом не з Кропивницького сама, так? Так, да, так. Да. Як так вийшло, що ти тут опинилась? А у мене папа воєнний. Військовий. Вот, і їх сюди перевели з мамою. І... А звідки тут родом? Де ти народилась? Жовті води Дніпропетровської області. А там родичі ще залишились? Буває, да, бабушка, дідушка, дядя, тетя. Племяннички. А скільки було років, коли ти приїхала? Ой, очень мало.
Буквально год. Ну, тобто майже ти корінна кіровоградка, кропивничанка. Я іменно такою себе вважаю, да. Як батько відреагував, коли ти вирішила стати співачкою? Тут є нюанс. Я була маленька, родители розійшлись. Угу. Тобто ти жила? Я була зовсім маленька. Да, я жила з мамою. Мама вийшла потім второй раз замуж. Вони вже дуже багато лет з нинішнім отцом в місті. У мене прекрасний братик, йому 16 лет. В отличие от мене, он очень умний і хоче стати стоматологом. Вот такой, да? Между нами разница такая интересная. Мой папа сейчас, ну... Вы спілкуєтесь? Как объяснить? У нас нет тесных отношений. Но если мне нужна какая-либо помощь с его стороны, он это делает безоговорочно. Вообще никаких проблем не возникает. А так, ну, привет, пока-пока, там, как дела? Вот, в принципе, и все наше общение. А відчима, як ти сприйняла? Ну, от именно, от. Да, да. Ой, такая смешная история. Он мне в детстве так нравился. Он дарил мне всякие жвачки Барби, динозаврики. И я маме рассказывала, что я когда подрасту, у тебя Андрея отобью. Боже, это вот так смешно. Да, хорошо восприняла. У меня понятие, что муж, это, нет, что папа, кто такой папа? Леся отвечала, папа – это муж мамы, все. Вот и все. Но, с іншої сторони, два батька, чим не краще одного, так? У меня один отец. Ну, вот я считаю, что отец тот, кто вырастил, а не тот, кто сделал. Тем более, мой отец умыл руки, к сожалению. Сразу он уехал в Новосибирск, и мама ждала какие-то знаки внимания от него, что он там придет на 1 сентября, придет на выпускной, как-то приедет или поздравит с днем... с днем рождения, прям аж ком к горлу подошел, жалко маму. Но этого не случилось. Когда мне было года 22-23, он меня просто нашел ВКонтакте и спросил, привет, доча, как дела? Ну, таке життя. Вот такая жизнь, да. Да. Коли ти вступила на музичний факультет, батьки, мати, відчим, вони не сприйняли це як легковажне рішення, тому що загалом батьки вважають, треба спочатку освіта така, чи гуманітарна, там, чи юрист, чи щось таке більш стабільне, так? Ні, все отлично було. Я дуже хотіла на музпід, а мама ніколи мені не перечила. Тобто, якщо у дочері виходить, дочь цього хоче, чому б і ні? Ти сама пишеш пісні? К сожалению, не пишу. Вот нет у меня такого таланта. Только спеваешь? Да. Я хороший исполнитель, но вот креативности, к сожалению, у меня немножко не хватает. А яка твоя найулюбленіша пісня, саме яку ти виконуєш в твоєму виконанні? Наверное, это будет самая знаковая моя песня, с которой я победила когда-то гран-при на фестивале «День земли». Это «Призрак оперы». А сама які пісні слухаєш? Можливо, українських виконавців? Ну, українські я слухаю всі. Я і українські слухаю, і циганські, і народні, і... Це ужас. Я слухаю, в принципі, все подряд. І Рамштайн. Чому циганські? Ну, циганка Аза. Конечно, ну, нравится мені циганщина. Такое вот моё. Рамштайн, що ще? Рамштайн. Спортом хорошо під Рамштайн позаніматися, да. Роксет, Queen. Класика. Це можна перечислять і перечислять. Лесь, ти була лауреатом багатьох фестивалів, конкурсів і так далі. Ці всі такі маленькі кроки, творчі кроки, були задля слави твоєї чи задля чого? Ні, не задля слави. Мне нужно было поверить в себя. У меня есть такая проблема. Я никогда в себя до конца не верю. Не впевнена трішки була, так? Да. А коли ти відчула, що ти така, як є, сприймаю себе такою, якою я є? Вот когда победила на
фестивале, когда у меня было гран-при, мне дали. Вот тогда я поняла, что я чего-то стою, когда ко мне подошли и сказали: «Ты знаешь, я не ожидала от тебя такого. Ты молодец. То есть извини меня за то, что я тебе там... За то, что говорили о тебе плохие вещи, не верили в тебя. Вот, типа, ты молодец». А зіркова хвороба була після того? Ні, ніколи не було. А говорили люди, що щось таке є? Ну, і зараз іноді таке говорять. Але не о зірковій болезні. Ні, ні. А про що кажуть? Обично говорять, що все добре. Як би так? Покоректніше сказати. Ну, що... Некоторые говорят, что я слишком высокооплачиваемая артистка. Багато не артистка, береш, хочеш. А певица. Угу. Да. Но я бы не сказала, что я много беру. Есть люди, которые могут заплатить, да, вот, они приглашают. Хотите уровень, платите. Правильно, я считаю? Правильно. Пам'ятаешь той момент, окрім цієї перемоги, який ще був визначальним для тебе, як для артистки, для співачки саме? Наверное, когда я прийшла работать в театр. Угу. І моя перша роль Сільви. Акторська гра. Да. Чому ти подалась в акторки? Тому що першочергово ти хотіла бути співачкою, правда? Да. Чому ти подалась в акторки і хто відіграв в цьому таку значну визначальну роль? Можливо, хто наставив, допоміг, запросив? В театр требовалась артистка, поюща, наверное, похожая на Сільву. Эти слухи дошли до Муспеда, угу. И одна педагог говорит: «Хочешь попробовать?» Я загорелась сразу же, потому что для меня театр — это святое место. Люди в нем — боги. Вот. И я сразу согласилась. Сразу. Тобто тебе запросили, ти не проходила кастинги, так? Як це відбувалося? Я прийшла. Це було просто так давно, коли мені ще було 18 років, тобто зовсім була молоденька. Я прийшла, меня прослушали, сказали: «Хорошо». Потом мне дали время, где-то недели две, подумать, как сказал директор: «Ты подумай, чего на тебе треба, чини, а потом прийдешь и дашь свою відповідь, и мы тебе візьмемо на роботу». Ну, я подумала, конечно же, сказала: «Да, да, я хочу». Ну, тяжело было, очень тяжело. Пам'ятаєш, як вперше вийшла на сцену? От з першою виставою, які це були враження? Я пам'ятаю, навіть перший раз, коли ми вийшли на сцену не зі спектаклем, а з репетицією, це було дуже страшно. Тому що перепіти оркестр маленькій 18-летній дівчині, яка привикла піти тільки в мікрофон, було нереально складно. Вот. На мене багато кричали. Да. Ну, без криков же не будет результата, правильно? Мотивация. Мотивация нужна была. Ну и, в принципе, знаешь, выкричали все-таки. Это как неотъемлемая часть процесса. Мне все время кричали: «Громче, громче пой». Ну, микрофонов нигде не было тогда. Хедсетов тоже не было. Поэтому приходилось петь своим горлом на весь зал. На всю силу. На всю силу, на якої навіть не було. Ну. Тебе називають примою театру нашого. Як тебе сприйняв колектив? Одразу? Чи були якісь там заворушення? Заворушень не було. Но, як і зараз, коли приходить любой молодой артист, к нему сначала присматриваться, що він за чоловік, що він може, що він вміє, яка у нього роботоспособність. І от, і наскільки довго він продержится в театрі, тому що це дуже складно. Роботати в театрі дуже складно. Скільки ти загалом зараз в театрі вже? Років 11-12.
не набридло? Знаєш, у мене года 3 тому назад случилось эмоциональное выгорание. Я настолько устала от всего, что подумывала о том, что пора бы уже, в принципе, наверное, завести семью. Все-таки часы тикают. Возможно, завести ребенка. Вдалось. Да, да, очень-очень удачно все сложилось. Карантин, моя беременность, да. Как совпадение смешное. А чему відбулось выгорание эмоциональное? Слишком много работы. Как говорят, театру, в театре не работают, театру служат. И когда ты не принадлежишь себе, и в любое время суток тебя могут вызвать на работу, или ты работаешь целый день в театре. Но самое обидное, что некоторые люди, они не воспринимают нашу работу всерьез. Они думают, ну, господи, вот у меня работа, я встаю там в 5 утра, в 7 утра, да, я там прихожу, работаю до 5, вот это работа. А они что? Они выходят, кривляются там, господи, ну, да так любой может. Это вот, это очень обидно. Потому что, когда у тебя на душе, ну, боль какая-то есть, да, или элементарно ты заболел, или элементарно у тебя высокая температура там, и ты подвернул ногу, а тебе надо играть. С посмешкой иноді. Да, да. И ты концентрируешься, занимаешься самообладанием перед зеркалом, пока красишься. И говоришь себе, так, все, проблемы, твои проблемы зрителей не интересуют. Ты сейчас должен выйти и показать, на что ты способен. Ну, це такі мінуси, так, професії от, з акторської діяльності. А які плюси? От, що для тебе театр? Що тебе, чому затягнуло тебе туди? Що мені сподобалось? Мені це дуже подобається. Я можу на сцені театру бути собою. Хоча дивно, то так? Есть... Наче граєш роль, а можеш бути собою. Ну, смотри. Именно в моем случае я не играю роль. Я вживаюсь в образ персонажа и проживаю его жизнь на сцене. То есть у меня также все болит. Я также все переживаю, все эмоции, как мой персонаж. Мне не нравится слово играть на сцене. Это неправильно. Зритель это сразу прочувствует. Он же видит фальшь, правильно? Так. А коли от все одно там багато ролей в тебе, так ти перевтілюєшся, да. Різні емоційні стани. Да. Ти не переносиш це в дім? Ні. Ну, до спектакля мене краще не трогати. Чо, налаштовуєшся, так? Переживаю, звісно, да. Да, да. Я більше переживаю, чим настраюсь. Настраюся вже непосредственно, коли прихожу в гримерочку, починаю краситися или стою за кулісами. Вот. Налаштовуєшся. Да. От тоді я настраюся. Ти, дівчина, жінка, ефектна, гарна. Як ти ставишся до жіночої заздрості? Тому що досить таки, мабуть, в акторській сфері серед колег це досить поширене явище. Як гадаєш? Ну, завість мені однозначно не подобається. Ну, ты відчуваєш на собі? Да, да. К сожалению, да. Ну, як не... реагуєш? Стараюсь не обращать на это внимание. Мне лично просто зависть не свойственна. Я не понимаю иногда, чему завидовать. Как говорят, вы наденьте мои туфли, да, пройдите мой путь. И иногда думаешь... Ну вот, девочки, ну чему вы завидуете? У меня же не все так замечательно, шикарно, как есть на самом деле, как я показываю вид, да, там. А, это такая просто тема щепетильная. Чего? 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 Ну, много у меня в жизни просто было неприятных ситуаций.
которых я, в принципе, никому не рассказывала, никто об этом не знает, а они были. Ну, зрозуміло, в кожної людини свій шлях. Про це ще поговоримо, про ці ситуації. Яка твоя найулюбленіша роль, яку ти зіграла? Поки однозначно циганка Аза. А що ще хочеш зіграти? Який типаж, можливо? Я поки не думала об этом. У мене всі мислі взагалі в другому місці. Поэтому подумаємо об этом потом, попозже. Зараз при надії пропоную поговорити про твою кохану людину, про майбутнього батька. Не знаю, кохану чи не кохану, завжди ситуації в житті різні, так? Про батька. Хто він? Чим займається? Це твій чоловік? Ну, розкажи детальніше. Да, это мой бывший муж. Он адвокат. Да, к сожалению, так тоже случается. Мы разошлись в декабре. И после этого он никаких знаков внимания не проявляет. Несмотря даже на то, что он очень просил и хотел этого ребенка. Ну, вот так сложилась жизнь. А чем разошлись? Знаешь, я тоже у него спрашивала об этом. Но он мне конкретного ответа дать не смог. Но, вероятнее всего, повлиял конфликт мой с его отцом. Хотя это даже конфликтом не назовешь. И из-за чего? Из-за того, что его семья не воспринимает мою работу всерьез. Была сказана фраза: «А чего вы там в своем театре устоите?» Тебе это задело, так? Это меня задело страшно, потому что, ну, вы не знаете, вы не были в нашей шкуре. Это очень тяжело. А намагались налагодити якось потім відносини? А это как-то вот так вот на щелчок все произошло. Я просто сказала, что, ну, я больше с его отцом не хочу общаться, пусть он подумает о том, что он сказал. Потому что это, мне это было очень больно, при том, я была беременна, я тогда еще не знала, но меня резко, получается, возненавидела вся его семья за то, что, вот видите ли, я вот так вот сказала отцу. Ну, и, видимо, общий бизнес адвокатский и его семья победила меня. Яке прізвище? Прізвище у ребенка будет мое. Да, прізвище мое. И отчество я даже планирую дать другому. Тоже свое. Нет, это будет как-то, наверное, нелогично. Ну, можливо, ще є шанс відновити відносини заради дитини? Чи ти вже налаштована категорично? Я завжди говорю: «Ніколи не говори ніколи». Поэтому я не знаю. Можливо, почує? Можливо, почує, але, знаєш, мені було настільки больно. Тим паче вагітно. Але він взагалі знає, що ти вагітна? Знає, но я думаю, что он не воспринял эту новость всерьез. Ну или его так накрутили. Я вообще не поняла, что произошло, потому что отношения были идеальные. Ну, по крайней мере, мне так казалось и казалось всем окружающим. А вы, ну, как вы познакомились? Багато, довго зустрічались? Он меня увидел в театре, так. Ему понравилось, он меня нашел через соцсети. Какое-то время мы переписывались, потом было затишье. И после этого затишья мы все-таки встретились. И как-то все так быстро, все было так прекрасно завертелось. Сразу стали жить вместе. Через год поженились. Вот, и планировали. Планировали малявочку. Да. Он очень хотел ребенка. А я подумала: ну что мне еще для счастья не хватает? Наверное, да. Да. Ты планировала эту дитину, чи це все ж таки неочікувано? Я очень планировала этого ребенка. Дело в том, что у меня была первая неудачная беременность, замерший плод 8 недель. Вот. Наверное, из-за чего? Наверное, из-за того, что я поздняя мама, во-первых, а во-вторых,
Опять же, вернемся к работе в театре. Я, наверное, переоценила свои силы. Перемерзла на работе, перебегала, перепрыгала, перескакала, переиграла. Во вред ребенку. Так вот случилось, да, во вред ребенку. Ну, тим не менш, зараз, слава Богу, дай Боже, все буде добре. Но спустя 9 місяців це чудо рішило появитися все-таки. Коли ти дізналась, що ти завагітніла, пам'ятаєш цей день? Да, я пам'ятаю все прекрасно. Я ридала, заливалась слезами, ти що? Я мечтала. Это вот каждый месяц я вот проверяла тест. Боже, мне немножко тошнит. Может, я беременна? Ну, это прям было как... А кто будет, хлопчик или девчонка? Кто ты там? Ты мальчик или девочка? Ты спрятался на УЗИ на последнем? Непонятно. Но очень хотелось бы, конечно, чтобы был мальчик. А ну, не знаю, так? У меня такая вот любовь какая-то к мальчикам. Я прям смотрю на мальчика, прям хочет вот так вот обнять, почелювать, вот так вот потелепать. Ну... Як называешь, якщо буде дівчинка або якщо хлопчик буде? Дмитрий. Нет у меня имени на девочку, понимаешь? Запланувала собі, запрограмувала хлопчика, так? Да-да-да, ну потом посміємося через місяць, да? Слухай, все одно з великою повагою до твого, до батька, так, скажімо, твоєї дитини. Конечно, спасибо вам огромное за ребенка. Да, по крайней мере, сын или дочь будет очень-очень красивый ребенок. Чому я сказала з великою повагою? Я не можу не поговорити про Ярослава Страшного. Ой, давай поговоримо. Давай поговоримо. Насправді всі думали, ну тому що я також працювала в творчій сфері колись, і всі думали, що ви одружитесь. Ми теж думали. Ми багато чого думали. Що це був за роман, як він зародився і чим він завершився? Зародився. Наверное, для кого-то покажется, что він зародився дуже некрасиво. В том плане, что наш роман начался, когда я еще была замужем первый раз. Угу. Да. Но отношения были уже просто разрушены. И я, в принципе, понимала, что я больше не выдержу этих отношений, и их надо заканчивать. А что в них было такого руйнівного? Прессинг. Контроль, прессинг. Наверное, если бы я была до сих пор замужем первый раз, то я бы не работала в театре. Я бы и не пела. Меня бы, наверное, сделали из меня женщину, которая вот... Рожай дітей, воспитывай, сиди дома і вообще нікуди не виходи. Це не твоє, так? Ні, мені подобається хазяйство, поготовити, це все мені подобається. Но, але разом свободу, з театром. Свободу я люблю, так, да, вместе з театром. Я просто не розуміла, за що на мене кричать. Я нічого плохого не робила, я зарабатувала гроші, працювала по свадьбам, по корпоративам, да, в театрі почала працювати. А мені все время говорилось, вот... Вот ты такая неприличная, ты там как-то неправильно себя ведешь, ты кому-то улыбнулась. Ну, в общем, это да, ревности были страшные, и просто этот вынос мозга я уже просто не выдержала. И тогда был у нас корпоратив, и почему-то я обратила внимание на Ярика. Это было очень смешно. Мы переодевались в гостиничном номере. Вот. Ярослав же, ну, как мы его всегда представляли, да? Он такой ходит с микрофоном в костюме. А тут у нас было много времени, я сижу такая на стуле, а он взял и лег на кровать. И лежит такой. А я еще поюморила тогда, говорю, слушай, я думала, ты только ходить умеешь. Ну, это как-то, знаешь, слово за слово, шутка за шуткой. И вот... Зійшлись на цьому, да? Да. Ну, я знала, что я ему давно нравлюсь, но, угу. Но я его никогда не воспринимала всерьез. Вот такая вот я бяка. Я просто считала, что коллега по работе – это только коллега по работе. В принципе, даже сейчас я так считаю. Как развивались ваши отношения далі? Чому завершились? Дуже стрімко розвивалися. Планов было миллион. Ну, чому завершилися? Я думаю, все знают, чому завершилися. Просто
Человека поменять очень трудно. Если у него есть какой-то недостаток, дуже лаконично сказала. Его уже не искоренить, к сожалению. Я пыталась, по-моему, года 2-3. Ну, просто когда я начала жить на успокоительных, и у меня вот так вот тряслись руки, потому что я не знала, что от человека ожидать, то я поняла, что, наверное, нам будет лучше друг без друга. Як би тобі було краще, коли народиться дитинка, щоб поруч з тобою був чоловік? Чи все ж ти сама собі все зробиш, виростеш і так далі? Знаєш, я зараз получаю такий кайф від того, що я одна. Хоча, повторюсь, я не одна, да. Нас тепер двоє. Ми вместе ходимо, розмовляємо, да. І я розумію, що, наверное, лучше мені поки без мужчини. И идеи у меня такой, надо найти кого-то, у меня тоже на данном этапе нет. Лесь, знаю, что ты робишь уникальные ляльки, бушменчики, так? Бушменчики, да, маленькие бушменчики. Чому ты вирішила спробувати саме такі композиції робити? З чого вони? И як, чи зараз взагалі займаешься цим? Нет, сейчас я не занимаюсь этим. Наверное, муза меня не посещает. Очень много времени просто уходит, если я уже сажусь делать куколку, то меня нет просто сутками до ночи. А как зародилось? Чему именно самые такие ляльки? Знаешь, они сами такие получились. Я не знаю, почему именно такие. С чего ты их робишь? Из колготочек. Ну, обычно я гольфики покупаю, конты такие хорошие какие-то гольфики, чтобы... Зацепчик не мав. А коли і чому з'явилась твоя перша лялька? Коли? Ух, я взагалі навіть не пам'ятаю. Годиків 6 назад, мабуть. А правда, що ти для Скрябіна, для Кузьми робила таку ляльку? Так, да, робила. На замовлення, так? Так, да, Леночка Фірман, да, заказала на день рождения Кузьму Скрябіна. Это было так, так приятно. Я старалась. Обращайтесь, я делаю портретные куколки. Я знаю, что особливое место в твоем сердце, в твоей душе занимает мама. Чому однозначно. Моя мама – мое все. Она меня очень чувствует. Она меня даже на расстоянии чувствует, когда мне очень плохо. Она мне даже может позвонить и сказать: «Дотя, что случилось?» Я говорю: «Господи, ну откуда же ты знаешь? Ты же знаешь, как я тебя чувствую». Она меня тоже очень хотела. Видимо, вот поэтому у нас связь такая. Она меня поддерживает во всем. Пам'ятаешь маму, коли ты была дитиною? Да. И от зараз, чем відрізняється вона? Мамочка стала мягче. Она стала меньше мне запрещать. Была пожестче. Ох, это жесткая женщина была, да, да. Она по образованию физик-ядерщик, она очень умная женщина. Ядерная женщина. Ядерная женщина очень, да. В чем это проявлялось? Ты гуляешь только с 6 и до 8. Если ты на минуту опоздала, все, секир башка тебе. Больше ты неделю не гуляешь. Ну вот, такая вот как мелочь. А зараз? Сейчас? Не, ну сейчас мама мне разрешает гулять до скольки я хочу. Главное на телефоне быть. Вы разом живете зараз? Чи окремо? Нет, я живу отдельно. Я живу отдельно. Ну, мы созваниваемся. Я живу через дорогу от мамы, поэтому каждое утро у нас начинается: «Дотя, доброе утро, бутеры делать?» Я говорю: «Конечно, делай, сейчас буду через 10 минут». Да, я только оденусь. А с братом какие отношения? Замечательные отношения. Какие он в тебе? Чем захоплюется? Что любит? Повторюсь, он очень умный. Он идет на золотую медаль. Он, кстати, высокий, худощавый блондин. Да-да-да. И с 6 лет он мечтает стать стоматологом. И он усердно к этому идет. В медичный хочет? Да.
Да. Притом хоче на государственну основу. Ну, такі ви кардинально різні, так? Кардинально різні, так. Да. Ну, мені іноді кажеться, що старший він, а не я. Це так мило виглядить. Плюс він ще такий високий, високий вже. Якою тобі хочеться бути мамою для своєї дитини? Ох, я не думала над цим. Какой мамой? Ну, заботливой. Любимой. Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Лучшей мамой на свете. Станем и побачим, так? Да, да, конечно. Наостанок. Да. Що ти зробила такого у житті, що вже не змінити, але ти ніколи не пробачиш собі цього? Знаєш, я ніколи не роблю того, чим потім жалію. Такого не було? Я не зациклююсь над цим. Якщо я вже щось зробила, то я це зробила. И я понимаю, что, ну, перемотай время назад, ну, я бы поступила точно так же и никак иначе. Поэтому смысл сидеть, грузиться, философствовать, господи, да почему же я так сделала, лучше бы я так не делала. Ну, зачем вот это вот самоедство? Оно ни к чему хорошему не приведет. Ну, был у меня период, когда я думала, господи, зачем я согласилась там, да, второй раз выйти замуж, лучше бы я этого не делала, этого бы ничего не было. А потом поняла, ну что, ну, а о чем жалеть? На початку інтерв'ю ти сказала, що за останні роки з тобою сталося дуже багато різних моментів, і позитивних, і негативних. Що ще такого цікавого, що тобі є розповісти нам? Ну, в принципі, розказати і не о чим. Обично, обично ці моменти зв'язані з личною життю. Вот, просто дуже болезненні вони були кожен раз. Ну, кожна жінка хоче бути щасливою, розумієш? Хоче жіночому вона ищет своє щастя, да. І коли не виходить, це тяжело. Це дуже тяжело. Все буде добре. Конечно. Бліц. Конечно. Готов? Бліц? Так. Да, только столицы меня не спрашивай, я все не равно тебе не отвечу. Улюблене сімейне свято. Новий год. Який подарунок хотілось би від батька дитини на твій день народження? Это очень сложно сказать, он меня даже с днем рождения не поздравил. Я не знаю, я ничего не хочу. Я хочу забыть вообще, стереть его из своей жизни, если честно. Це особисте життя? Да. Скільки пар взуття у тебе? Так, сейчас, если выставить их в ряд, ну, потому что в метрах как-то посчитать. Багато? Я бы не сказала, что много. Летний, зимний или резины какой? Добре, проїхали. Про яку подорож мрієш? Куди хочеться поїхати? Ну, сейчас никуда не хочеться поїхати. Я нічого не хочеться. Улюблені квіти. Китайські розочки, сирень, тюльпани. Що б ти обрала? Помити посуд, попрасувати, попилисосити підлогу, викосити газон? Так, пылесосить я не очень люблю, да. Угу. Газон я еще не косила, это было бы интересно. Это было бы очень забавно. Якби в тебе була чарівна паличка, які б три бажання ти б загадала? А загадувати треба себе или кому-то? Собі, собі. Себе. Сейчас, да, вот у меня паличка, да? Так. Я такая... Так, чтобы родился, чтобы все было хорошо. Второе, коронавирус, разойдись, изыди из мира нашего. Так, третье. Знаешь, конечно же, я хочу встретить своего мужчину. Да, вот третье вот такое желание для себя.
Щодо особистого життя, в принципі, зрозуміло. Але тим не менш, ти щаслива зараз від того, що ти маєш зараз? От зараз, да. Да, абсолютно. Що ти маєш? Я маю свого ангела, который меня спас, когда я хотела умереть просто от сердечной боли, да. И вот только наличие его в животике мне помогло жить дальше. Леся, трішки ще з особистого. Давай. Ти згадала свій перший шлюб. Да. Це твоє перше кохання? Да, це моє перше кохання. Я і тоді думала, що воно буде перше, єдине на все життя. Де познайомилися? На корпоративе, конечно же. Не очікувано. Да. Я работала свадьбу. Вот, и встретила там своего первого мужа, любовь свою. Як зароджувались ваші відносини? Як він зробив пропозицію? Это было так давно. Це нещодавно було. Да, нет, это было давно. Ну, скільки тобі було років? Коли ми познайомились, мені було 18. Да, наші отношения продлились. Ну, 4 года. 4. Чому завершилось? Ревності і пресинг. Ну, ти про це розповіла, да. Але все ж таки, коли ви розійшлись, ти ще кохала його? Да. Я очень больно переживала этот развод еще года два. Еще два года меня держало. Ну, потом отпустила. А с мамой ты не обговорюешь такие любовные темы? С мамой я обсуждаю абсолютно все. Это мой лучший друг. Она знает обо мне все. Она уже готова стать бабусею? Чем она, до речи, занимается? Така гарна жінка дуже. Не повіриш. Вона домохозяйка, да. Дома. Вона займається нашим воспитанням. А покликання яке було, можливо, в неї? Я і до сих пор говорю, що вона мега-талантлива жінка. Я говорю, я не розумію, чому ти сидиш вдома. А вона говорить, ну, дочечка, ну, смотри, якщо б я працювала. Вона взагалі у мене леді-кар'єристка. Угу. Она говорит, я бы ушла в карьеру, да? Говорит, и что бы с вами было? Ну, вот, допустим, у меня в детстве были такие наклонности, я закрывалась в себе. Если мне кто-то говорил, что вот у тебя это не получится, да, у меня это не получится, все. То есть вот так вот я отрезала, значит, не получится. Ну, такая мямля немножко была. Братик мой, наоборот, он гиперактивный в детстве был. По секрету скажу, бабушка, я думаю, моя не обидится. Ужасный ребенок был. Это был, знаешь, дьявол во плоти с ангельским обличием. И бабушка говорила, господи, Алена, я не знаю, из него вырастет зэк. Понимаешь? Поэтому без мамочкиных вмешательств, без ее вот воспитания, без нее вообще, я не знаю. Я думаю, и из меня бы не вышло той личности, что я есть сейчас. И Глеб не был бы таким замечательным парнем и умным. Лисичка, я дуже вдячна, що ти завітала в гості. Ці квіти, хоча не китайські рози, квіточки. Боже, спасибо большое. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.